Я начинаю? Давай. А ты снимаешь, да? Уже да. Круто. Круто. Знаешь, следующий сериал начинается со слова жопа. И вот отлично вообще будет. В общем, ребят, во-первых, я блики настроил, надо тупо было перезагрузить игру. Но их никто не увидит, конечно же. Чего? Ну мои... Твои блики никто не увидит. Чё, зато блики заебали меня, если честно. Ладно, я буду на пиндосе, ты на чем? Я буду хрен знает на чем. Возьми этого британца. Британца, ну, говоришь? Британца пусть будет. Ой, я даже не знаю. Ну или нет, или фашика возьми, или русского возьми, или японца возьми. Кстати, у тебя же есть второй уровень, кстати, чувак. Да, есть второй уровень. Китайский. Китаец, по-моему. Или кто он? Вот, второй уровень. А у меня вот есть А я купил себе фашика второго уровня, тяжелый истребитель. Ничего себе. Может, начать? Или потом? Я не знаю, мне как-то пофиг. Ну ладно, да убери какой-нибудь любой самолет, кроме второго уровня, что я если буду. Ладно. Нажимай готов. А я готов. Если ты просто сказал, что ты готов и не нажал. У меня голосовой, голосовые сообщения. Я купил себе Deluxe. Да. Такого нет. Я вот хотел настроить голосовой чат, и знаете, какой он там убогий? У меня в ушах от моего звука, не знаю, либо микрофон такой говно, либо не знаю. Возможно, микрофон, хотя. Не, вроде бы нормальный микрофон, чего мне нравится? Че у меня снизу за кольцо? Я знаешь, и самое интересное то, что когда я начал. О, блики нормальные стали, вот теперь точно нормально. А то я думал, что. Не, они вообще исчезли, чувак. Они вообще пропали. Все текстуры тоже пропали, но ничего. Ха-ха-ха-ха-ха! Я пошутил. Да вообще блики, знаете, это просто украшение. Нахрен ваши блики. А вон я тебя вижу как раз. А, блики? У меня вообще солнца нету. Где это солнце? Ты на каком играешь? А, вот солнце. На нашем, что ли? Нет. На британце? Нет. У меня солнце нарисовано. Наверное, солнце. Я... А, ты япошка, что ли? Наверное... Нет, что-то... Ты на британце, там солнце... Если звезда, это пиндос. Пиндос. Нет, ты на британце, да, ты на британце. Так, может, там... союзника пострелить? Будет ага. Тебе команду за хуй сосет. За хуй сосет. Пусть хуй сосет, типа, да ладно, чувак, я такое выдерживал, ёпта. Пошли бомбить. Чё бомбить? Не знаю, вот я вижу бомбежку. Пошли. Под мостом пролетишь? А нахера? Просто. Банты такие, да? Типа, ну, типа такой весь крутой. Это будем бомбить? Ну пошли, это бомбить. Опасная это высота, опасная высота. Ты это... Во-во-во, бомбим, чувак, бомбим. Во-во-во-во, опасно, я поднимаюсь. Ууу, какой я вообще круто. Типа сделал крутизну и типа я number one на Руси. Они уже уничтожили наше строение союзников. Давай-ка мочить. Знаешь, я думаю, что мы способны лишь только, чтобы ломать здание. Вот что на вот что мы способны. Да. Вот типа это и делать. Не, ну я как показал в последнем раунде, ты видел, я. Я последнего сбил, я вообще. Мега крут. А я предпоследний там в раунде был тоже. Матч Харнул. Я с одного... О, сзади меня, сука, иди отсюда, блядь. Это, я же сказал, что я узнаю маты на немецком, но я узнал маты на арабском. Что такое джалаб, знаешь? Нет. Слуха. Все наши враги джалапы, эй, джаляб, подойдё джаляб. Так что, если когда тебе подают кавказские гопники и скажут, ты джалаб, то скажут, ответим, а ты... Бля, как там было? Я помню, мат лежи мои яйца, там такое было слово офигенное. Что слово? Можно поставить на выпуск 18+. Знаешь, я всегда удивляюсь такой херни. Чего, представь, вот ты зашел куда-то на сайт, там 18+. И ты что, типа, и написано, вам есть 18? Если есть, нажми да. Ой, блин, у меня же нету, черт, надо уходить так быстро. Да, или да, представь, вот ты возьмешь какое-то видео, там такой значок слева. Вообще дебилизм какой-то. В Ютубе нацепливает значок. Вы что, блядь, дебилы что ли? Так вот, он типа, ты что, видишь, ой, блин, это мне нельзя смотреть, я еще не дорос. Ты это, блядь, делать будешь? Это еще больше стимулирует, чтобы. Что там такое? О да, Ярик-то знает. Да. Блин, чувак! Блять, по мне стреляют. Пипец, сука! Меня бомбят, чувак! Он на хвосте, говно! Я вот тоже на хвосте. А, вот он, сейчас все будет. Это ты? Или где? Блин, я за тебя.
Давай, бомбить его вместе. Он пикирует, сучка. Форсаж отключен. Иди сюда, манда. Пытаюсь вообще ничего не получается, чувак. Я, кажется, взял... Блин, еще... Я сзади него сейчас. Это турелька. Да я пытаюсь бомбануть, он... Блядь, да что за говнище? Я не могу попасть вообще. А кто меня бомбит-то вечно? Это, кажется, турелька. Турелька, да. Блин, чувак, на грани поражения. 67% прозрел. Ну на крайнее поражение, слышишь? Давай хоть одному бомбанем. Давай, я почти убил. Сука. Еще один, говно! Чувак, мы, кажется, всосали. И тут еще. 99%! Блять, сейчас умру! Мы всосали, чувак, 100%. Попал. Я попал, и мы прозрали. Мы весь раунд хуйней страдали, блин. А ну подожди секунду. Да. Мы весь раунд дерьмом, по-моему, посмотри, ребят. Ты куда ушел? Сейчас, секунду. Если осталась запись, то я что-то говорить же, да? А про что мне говорить? Про то, что типа. Блять. Я потом и перестал летсплей снимать, потому что я не умею ничего говорить, когда я один. Опять меня одного оставили, все. Все. Миру конец! Джалябы пришли к власти. Да. Сука, что говорить? Че, я вернулся. Ты это, запись остановил тогда или ты нет? Нет. Ну капец, блин, я не знаю, что говорить, когда я один. Потому я перестал снимать летсплей. Ну ладно, треп. Так, давай возьмем вторые уровни. Бери второго китайца, я беру второго немца. Я... Нет, ты был не на втором. Не, я был на втором. Ну ты говнюк, чувак! Жопа! Что за? Жопа! Как звено, посмотри, какой... Я даже узнаю, на каком-то корабле, я же забываю. Так, ты сейчас на каком? Корабле? Блять, корабле! Корабле! Блин, ладно. Ханг 3, это вот эта херня, ладно. В бой. Ну ты мудак! Сказал бы, что ты на втором, я бы взял немца, а не этого позорного роса, который... Даже ну ты же сказал, давай на любом, все равно. Блин, я же тяжелый истребитель, получается, мне надо что сделать? Правильно. Да мы опять на этой сраной карте, да что за херня? Когда эх. Мы... Уже, блин. Судьба такая. Судьба, блин. Блин, так, я тяжелый истребитель, получается, мне надо бомбить этих, как его зовут-то, блядь, вышки все эти хернишки. У меня же есть эти бомбы. Ты надо мной? Хрена себе у тебя истребитель. Да, немецкий. Это тяжелый истребитель. У меня бомб нету какого-то хера. Чё за жопа? Какого хера у меня бомб нету? Где ракеты? Вы чё, охерели что? Где мои ракеты? Так нечестно. Где мои ракеты, говнюки? Я хотел ракеты кому-нибудь пульнуть. Бац, и нету. Или у меня же есть вон отсек для бомб. Всё, понеслась. Ракет нету. Бомб тоже. Их надо покупать, наверное. Модернизировать надо, черт. Вот, по-моему, будет первый мой бой, вот так вот и будет происходить. Так. Блин, надо повыше подняться, а то сейчас жопа будет. Ух ты, какой он крутой-то. Так, типа, мы развиваемся, да, на вторых уровнях, уже, типа, нам баба на Руси. Да, типа уже. Понеслась. Как там? Ёпта мазафака. Ёпта, бля. Ёпта, бля, бич. Мазафака-бич. О, я на 1000 метров. Я на 1000 метров поднялся, чувак. Я на 900. 850, 60, 70. Я сзади тебя. 80, 90, 900 метров. Давай, вот он говнюк. Так, бро, познай-ка поле страдания. Я надеюсь, ты будешь... Я за ним. Давай вместе. Хрена себе ты палишь. О, ни хрена, мы бомбим его. Бомбим, чувак, бомбим вообще во всю. Хрена себе. Хана тебе, братюня. Он пошел в пике. А, вот еще один, я за ним. Да, давай. Ай, меня кто-то бьет. Есть, я сбил врага. Все, это начало нашей звездной карьеры. Я не сбил. Я думал, я рак, что ли, чуваки. Покажу, сука, райскую жизнь. Он за мной летит, сучка. Сейчас я ему тоже фитилей в задницу напихаю. Слушай, есть чувак, который стреляет в зад. Ну почему он, блядь, не стреляет?
Или стреляет, я даже не знаю, как их затушить. Ай, нет, вот нет, нет, нет. Тяжелый истребитель летит, это по твоей части. Мне нет, такого нет, нужно внизу, возле моста, а мост разрушили. А, вот он. Лечу. Вот он, вот он, вот он, вот он. Он умер! Так, вот сейчас хоть какого-нибудь мудака. Вон, 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 сейчас бомбанем его. Попал, да, я знаю, что попал. Все, началось. Я спиздил, чуваки. Вот это круто. Вот это я понимаю. У нас еще и... Я вот так попутал подъедем, хоп, взорвал последние менты. Это знаешь, это как в Доте, хотя я в Доту не играл. О, в Доту агрится, когда ты... Слушай, ты играл в Доту? Играл ли я Доту? Я играл в Доту как проклятый. Фармил как зверь, на меди стоял как бог. Но одного дня, когда мне в Steam написал Юзя с предложением пошпилить в Дотку, я вспомнил, что я ее не обновил. И тогда я понял. Ебать я лох. Да иди нахер. Вижу уже... последнего. Да, я тоже вижу по карте. Сейчас его бомбанут, все. Есть, я убил. Ну и если лишь одного сбил, ты двоих. Ну, потому бля. Что я крут. Ну, как тебе, на втором прикольно же гонять? Ну, хотя, да. Хотя я мне никогда не нравится вообще китайская продукция. Мне даже как. Мне китайские танки-то не нравятся. Кажется, не все. Еще один остался. Еще один где-то есть. Он, наверное, на базе той стоится, или, блядь. Я лечу на тебя. Пойду его выследишь, попробую. Давай. А, вот он, да, наверное. Или нет? Надо повыше подняться, это сейчас, блин. Чё-то вообще не видно. Нашу базу полетел, я, кажется, понял. Он наверняка на нашей базе сейчас будет бомбить наши эти турельки. Да-да-да-да. У нас да? Все равно преимущество. Было 55, стало 27. Что, блин? Преимущество. Уже 29%. 30. 31 уже, да. Ну, да, типа, мы убежаем, но я хочу последнего загандосить. Давайте он так быстро. Он мой. Да, где он, чувак? Он где-то крысится. Он у нас или нет? Или он реально на базе, либо он где-то по боку летает. Но вряд ли он будет оборонять свою, там никого нету. Значит, он там. Ты чё так меня обгоняешь? Вообще охерел, что ли? Сейчас я тебе сделаю. Я форсаж включил. Ты долго на форсаже не пролетишь. Уже все. Я такой начал. Лашка, лалка. Вот же. Да где этот крыса? Если бы мы подлетали уже, мы бы увидели его. Ну да. А вот он, вот он, вот во, он. Во-во-во-во-во, есть. Спалил. Спалил. Вон он внизу, внизу, внизу. Мой, нахуй. Ой. Мой. Он ко мне? Не ко мне. Давай. Тихо. О, он ко мне. Давай. 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 Я его бомбану, иди нахер. Он мой. Чёрт. Говнюк, чёрт, я его подбил, хорошо. Вот так вот. Бля, чувак, как нечестно. Я его подбил, ты его, бля, отомстил, да? Отомстил? Да. Так, погоди, я сейчас свет включу. Я пока так. Чё, я думаю, всё, нет? Ты хочешь на этом закончить, что ли? Да, я хочу закончить именно на этом. Нахера? Не-не-не-не, я думал, давай по 3 раунда каждую серию или по 4. Сейчас, погодь. Да. Как я их сделал, вы видели? О да, моя малышка. О да. Господин Ярослав. Да, господин Холмс. Погоди, я куплю сейчас вторую еще один версию второго. Я куплю себе второго уровня этого японский самолетик. Мне нужен самолетик. Давай. Все нации. Какие нации? Не, нам нужны. Какой Китай в жопу? Ваши японцы нужны. Яха. Мне нужен Яха. Блин, он, сука, не исследован. А, жопа, надо исследовать. Быстро, давай. Блин, кажется, у меня звук пропадает, мне кажется, так. Так, сколько исследовать? Жопа. Чувак, это реальная жопа. Он.
Ну вообще жопа, ну по-другому не назвать. Ладно, куплю какой-нибудь самолет из второго. Я сейчас куплю третий уровень. Так, а нет, я хотел третий, кажется, купить. Ах, я хитрец, да? Я все равно буду круче. А я японский все равно вон, второго уровня. А я все равно буду круче. А ни хрена. Да-да. У меня последний раунд вообще просто. Составил лалка. Ок, у меня самолетик. Смотри, какой у меня самолет. А, ты его не видел. Я его не видел. Отличный самолетик, неплохой. Маневренность у него вообще замечательная. Нажимай. Сейчас, секунду. Ты на каком? На китайке будешь? Не, на том же. На китайке? Я на китайке летал. Ну? Хрен с ним. А, ну да, точно, китайка. Поздно. Ты жопа, я тут... Сейчас, погодь, я быстро. Я пока по-быстрому движок обновлю нашему. А! V8, V12. А, ну в жопу, короче. В бой. Блин, я хотел на японском, я сделал немцы, блин. Я звук опять на одном ухе. Вот, все нормально. Может, хватит дышать уже микрофон, наверное. Да блин! Это и та же карта, какой раз! Это специально для тебя. Да, да не, просто знаешь, это специально для нас, потому что тебе что, она уже не весит эта карта? Ой, мне как-то пофиг. Ну понятно. Что? После этого и закончим, да? Или после еще одного? Не, после этого. Давай после четырех. Не, давай после трех. Традиции вот. Будем. Ну, а придерживаться. Потом что? В это же или что? А потом давай попробуем Seven Days to Die. Без пастента будем сами? Ну да, попробуем так. А может я буду шестовой делать Seven Days to Die, а пастентом буду GTA-шку. Ну да, я думаю так. Так будет логичней. Вау. Прикольно, типа, как знаешь, как в фильмах брутальных. Гордые немецкие. Так ты установил Seven Days to Die? А если не тебя что установил? Прошу прикрытия. Чувак, он просит прикрытия. Давай его пошлем нахуй. Давай. Как? Иди. Enter дожми. Или ты слушай. Блин. Что такое? Бип. Ульф. Это что? Это реклама сериала Ульфред? Уал. Как там этот сериал назывался? А вон и наш дорогой немец. Ой, наш дорогой самолет. Сейчас я кого-нибудь мудака-то подобью. Его уже разбили. Ни хрена их бомбят, чувак. Врагов прям бомбят по полному. Я тоже хочу. Да, оставьте мне самолетик. Я тоже хочу бить. Я не рак. Я не рак. Типа я не рак. Так, попал. Так, разворот. Блин, на фашиках он так, блин. Так бомбит хреново. О, меня сейчас возьмут. Все, меня взяли. Враг сбит, я успел. Я успел, да. Черт, мне пилота ранили, говно. Я падаю на город. Тихо. Блин, жопа. Ты за мной следишь? Я, да, стараюсь. О, нашел. Вот он, я бомбил. Чего себе? А кто твой друг? Да говно, меня никто не смеет сбить самолет! Петушня вонючая. Попал. Воу, бомблю по полной. Ушел? Не. Че себе? Что здесь творится? Нифига он быстрый. Жопа. Поменьше твоего будет, наверное. Ну это, наверное, японский, они быстрые. Не зря же они японские. Блин, чего они моих всех самолетов забирают, говнюки? Их падлы. Я не рак. Да вы что? Вы что, вообще дебилили, что ли, враги? Враги дебилы взрываются сами с себя. Это что за... Мне кажется, у меня карта начала виснуть. Что за хрень? Они как, знаешь, они меня покадрово перемещаются. Слайд-шоу. Ага. Все, рассматриваешь мой самолет? Ну да. А что это за трос у меня натянут на самолете? Че за хрень? Не знаю. Как у Гранта этот, как его. Да пожалуйста. Меня этого ранили. Моего этого командира. Че он сидит, не двигается? Да он и не будет двигаться. Это же это манекен? Ага. Че ты делаешь?
Не знаю, я сейчас бомбану. Мы выигрываем, давай. Пойду хоть его не бомбану. Да я вообще ничего не бомбануть не могу. За Русь, матушку, давай. Сделай их. Я не успеваю, чувак. Его сейчас бомба... Во-во! Давай на таран. Таран. Ну! Жопа, блядь! Нет, говно! Не смейте! Давай, давай, ну же! Кослы, блядь! Вот так вот. Говно! Какой у меня? Мы победили. Я четырьмя чувакам помог только сбить их. Да что за... Фраг спиздили! На этом заканчиваем, да? Да, давай. Все тебя слушают. А почему ты начинал, ты заканчиваешь? Я просто начинал и заканчивал, сейчас ты кончай. Кончай, друг мой. Давай. Подписывайтесь на каналы, летайте на танках. Ездите на самолетах. Летайте на танках, отличная концовка. Не насилуйте голубей, это... Так относится к этой игре, да. Топ. Блин, что за бред? Все, давай, отключайся. Всем пока. Короче. Вот, все, теперь можно. Отлично.